Эггерах, как какая-нибудь бабка замедужит, ее сразу в лес за хворостом высылают, чтобы ее там чудище набрать. Да здравствуй, да здравствуй. Плевать меня тянет. Но пошло. Грамота есть. Нам вот два не так быстро. Слава королю Родовиду. Проходи. Сейчас я тебе твою паршивую морду-то отряхтую. Я за вами приглядываю. Тебя ждет смерть от отравления тремя фунтами стали. Крутой выискался. У нас в Ховере порядок получше. Наши ребята черных побьют, тем быстрее домой вернутся. Чего? Че? Опять я потерялся. Почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритва и ножницы? Отлично. Подстриги меня.
Бывай. Встречались случайно в Лок-Муинне. Прошу простить. Да. Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои товары. Играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Согласен. Сыграю на твоих условиях.
счастья! Ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Вот так чучело. Возвращайся, как соберешь кол... В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий.
Игорь. Только... Согласен. Значит, что не умею. Карты и награда твои. Ты игрок бывалый, знаешь, наверное, где найти редкие карты? В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивай. Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко. А вот шинкарь из корчмы на распутье, верь, посильнее него будет. Пожалуйста, ведьмак. Думается мне, будет у меня наконец интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это? Это заказ от Риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Покажи, что...
Приветствую еще. Покажи. Будь. Приветствую еще. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Thank you.
Thank you.
Thank you.